Телеведущая незаметно для себя подтвердила, что находится в интересном положении. Она долго шла к мечте подарить мужу, хоккеисту Игорю Макарову, сына или дочь. И совсем недавно говорила, что, как и муж, очень этого хочет, но пока не получается. Однако неожиданно все переменилось. Самое заветное желание звезды экрана вот-вот исполнится. Хотя Кудрявцева не комментирует слухи о своей беременности, но они с Макаровым дали повод убедиться, что так оно и есть. На снимках с отдыха супругов в Риме видно, что скоро у них будет пополнение. Мешковатые наряды не скрывают располневшей фигуры телеведущей, и животик у нее хорошо заметен. В частности, одно из фото в Инстаграм Макарова дало понять, что звезда телеэкрана как минимум на четвертом месяце. Да и сама Лера опубликовала кадр, на котором позирует в белом свитере в компании мужа и друзей. Это только укрепило уверенность поклонников, что Кудрявцева действительно в положении. Животик, ура, Лера в положении, как вам идет беременность, еще больше расцвела. Поздравляю с малышом, ура, легкой беременности, счастья вам безграничного, Лера, поздравляю вас. Переход Леры на более свободную одежду заметили сразу. Изменившуюся фигуру телеведущей во время последнего выпуска программы «Секрет на миллион» не смог замаскировать даже широкий черный костюм. Тогда для зрителей перестало быть тайно интересное положение Кудрявцевой. Нынче возраст не помеха для материнства. Звездных мам старше 45 лет становится все больше. Вот и Лера примкнула к их рядам. 19 мая ей исполнится 47 лет, у телеведущей есть один сын. Жан родился 28 лет назад в первом браке Леры Кудрявцевой, с музыкантом группы «Ласковый май», барабанщиком Сергеем Ленюком. Только семейная жизнь пары не удалась, мужа часто не было дома, а позже Лера узнала, что он ей изменяет. Не принесло ей счастья и второе замужество. Второй супруг, столичный бизнесмен, занял у нее 300 тысяч долларов и не вернул. Потом этот аферист попал в тюрьму. С нынешним мужем Игорем Макаровым Лера Кудрявцева уже 5 лет вместе. Она старше его на 16 лет, но это никогда их не волновало.